16 августа 2019 года была угнана автомашина ВАЗ-2107, государственный регистрационный знак Харитон 053, Ольга Роман, регион 102, белого цвета. Была угнана с адреса Карла Маркса, дом 20. Еще один факт зарегистрирован 30 августа 2019 года. Была угнана автомашина марки ВАЗ-21050 с адреса улица Дзержинского, 3Б, государственный регистрационный знак Константин 154, Роман Николай, регион 02, черного цвета. Также последний случай был 30 сентября 2019 года. Была угнана автомашина ВАЗ-2101, государственный регистрационный знак Михаил 529, Роман Елена, регион 102, белого цвета. Была угнана с адреса Социалистическая, 31. На сегодняшний день сотрудниками отдела полиции ведется оперативно-розыскные мероприятия по выявлению данных автомобилей. Просим всех очевидцев данных происшествий позвонить в дежурную часть отдела МВД России по городу Нефтекамску по телефону 229-02 или 02.